Найти занятия по интересам легко. В культурно-досуговом центре «Навигатор» большой выбор объединений на любой вкус. В преддверии начала нового учебного года здесь прошел день открытых дверей. На сцене мастерство игры на барабанах показали воспитанники студии игры на ударных КДЦ «Навигатор». Вероника Тимофеева занимается 8-й год в военно-патриотическом объединении «Каскад», которое организовало мастер-класс для всех желающих попробовать свои силы в сборке и разборке автомата. Мы регулярно ходим в походы. Летом мы ходим в поход в горы Краснодарского края. На занятиях мы занимаемся сборкой-разборкой автоматов, пистолетов, забиваем магазины, метаем ножи, гранаты, учимся проходить общевойсковую полосу препятствий. А здесь клуб «Игрокот» организовал турнир настольных игр. Студия танца Smash Beat Community стала победителем областного этапа фестиваля «Город танцует в парках». Мастерство, которому обучают на ее занятиях, продемонстрировали участники на сцене. Впечатлило гостей выступление театра «Огня и света» «Dragon's Tale». На занятиях вы познакомитесь с уличным искусством и научитесь владеть огненными техниками. В нашем творческом объединении мы обучаем искусству фаер-шоу и искусству флоу-арт. Оно подразумевает под собой манипуляцию различными предметами, такими как пояс, став, веера, обручи, дабл-став и так далее, что помогает развитию творческого и пространственного мышления. В культурно-досуговом центре «Навигатор» работают 16 кружков и объединений. Большинство из них на бюджетной основе. С каждым годом количество объединений прибавляется, ну и количество занимающихся тоже в разы стало больше. У нас только в одной военной патриотике там более 100 человек занимается. Вот. Также фаерщики наши, которые выступают с огнем, тоже у них, ну, после Дня открытых дверей постоянно прибавление народа. Приглашаем всех в «Навигатор», наши двери для всех открыты. Записаться на занятия можно через социальные сети организации или по номеру телефона, который вы видите на экране. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.